Значит, оказывается по ссылке, что зарегистрировалось только 4 человека. По ссылке пройдите и по корпоративной почте зарегистрируйтесь, пожалуйста. Ссылка была послана вам всем по почте, раз. И второе, ссылка на корпоративную почту была послана. И второе, ссылка лежит в чате. Михаил Сергеевич, Щетинин правильно зарегистрировался? Я не вижу, кто зарегистрировался. Ну, я вроде все прошел прям по ПФУР, все четко сделал. Евгений Юрьевич, я здесь. Тебе письмо пришло, зарегистрируйся, пожалуйста, такого сорта. Сегодня, где-то в час дня, 12:30. На какую? Сейчас не могу сказать, на какую. Наверное, на корпоративную. Там нужно было кликнуть, что ты зарегистрировался. Мне приходило... Сегодня после 12:00. Посмотри, пожалуйста. Сейчас зайду. Леонид Антонович, мне такое письмо пришло в 14:31. Да. Ответь, что ты зарегистрируешься. Ты сделала это, да? Юлия Васильевна. Ответила на него, что зарегистрировалась. Да, сейчас так, пробовала повторно зарегистрироваться из чата собрания, где Дмитрий Сергеевич ссылку выложил. Мне написали, ваш ответ уже учтен. Да, замечательно, замечательно. Я сейчас других попробую опрашивать. Выключаем. Алло, Леонид Антонович. Так, зарегистрировалось 5. Да, Евгений. Дружинина, Боголюбов, Гайдамака. Остальные не зарегистрировались, их нету. Ссылка была последняя. Мне пришло вчера в 8 вечера. Ссылка пришла в 14:40. Пришла в 14:40, говорят нам. Да. На какую почту?
На корпоративную почту всем отправлялись. А, то есть на ПФУР, да? Пожалуйста, зайдите, нажмите. Уважаемые коллеги, обращаю ваше внимание, что у вас до конца регистрации осталось меньше 20 минут. Даже меньше, уже меньше 10. Если вы сегодня не зарегистрируетесь, заседание отменяется. Если у кого-то что-то не получается, давайте назначать на другой день, приезжайте сюда. И здесь будем вместе проходить. Раз у вас так туго идет регистрация. Тебе на корпоративную должно было прийти приглашение зарегистрироваться. Ну что делать? В 14.30, 14.33. То, которое 14.30, 14.33. Там, где беседы. 14.40. Там тоже, пожалуйста. В Teams беседах тоже была ссылка, это выложено. Так, вот, я нашел. Зарегистрировались еще Орлов, Севастьянов, Рыбаков. Не хватает до кворума. Ну, пожалуйста, ссылку трудно нажать, что ли. Это оппонент. Острикова. Это гость. Нет, как я понимаю, да, нет? Гость. Значит, временно, пожалуйста, все не члены совета отключаются. Гости плюс... Оппонент. Значит, остаются оппоненты ЮИНЬ, все остальные оппоненты отключаются. Гости отключаются, пожалуйста, прошу вас. И Юлия Витальевна. Щетинин. Юлия Витальевна, видите меня? Сколько там?
Так, 10 пока зарегистрировалось. Людей присутствует больше. Но будет считаться, что 10. Да, кворум 10. Настя, посмотри, сколько человек и сколько докторов наук. Да. Да, давайте ждем 5 минут еще. Виктор Сергеевич, я подсоединился. Да, да, да. Но не зарегистрировались. Регистрировался 100 лет назад уже. Написано, зарегистрировался. Мне спасибо сказали. Еще раз пройдите, пожалуйста, по другой ссылке, потому что заново запустили регистрацию, и среди зарегистрировавшихся вас нет, к сожалению. Ну, я по старой, значит, регистрировался, понятно. Да, если можно, по-моему, 11. Можно, да, сейчас я сделаю, сейчас спасибо. Я сделаю. На защиту бесчастного будет своя служба. Лена Валерьевна, я присоединился. Спасибо, Константин Евгеньевич. Зарегистрировался. Вы увидели, да? Сейчас, подождите, загружаю. На Юй-Ин я зарегистрировал. Есть. Да, зарегистрировались. Да, спасибо вам большое. Да, вам спасибо. У нас получается.
всем включить камеры членам совета. Всем членам совета включить камеры. Всем членам совета включить камеры. Пожалуйста, срочно. Включил, Дмитрий Сергеевич. Меня видно? Нет. Мухан, привет. Извини, я тебя побеспокоил. Нет, я уже... Так, а кто это у нас не включил? СЕ, это Севастьянов Самойлов. Самойлов здесь, у меня камера включена. И я себя вижу даже по ней, на своем компьютере. Вчера мы с Анастасией Вячеславовной. Вот я вынул, я уже по ректору накапал. Щетинина нет в списке зарегистрировавшихся. Меня нет разве? Нет, нет. Половину третьего прошел по ней, ну да. Попробуй еще раз пройти.
Ответы для этой формы сейчас не принимаются. Вот, которая была в полтретьего. Вот, рядышком еще одно приглашение. По нему попробуем. Где рядышком? Технические сведения. Блядь, какого? С разницей в пару минут тебе пришли два письма. У вас в деревне 14.31. Регистрация. Но... Леонид Антонович, а я тоже не получил никакого письма в 14.30. Я зашел как бы. Николай Николаевич, пока ничего не могу сказать, извини. Оппонентам регистрироваться не надо. Регистрируются только члены совета. Я отправил, что-то здесь нажал. Хорошо. Я есть. Ты скажи, кто ты, чтобы знали, кого искать. Щетинин, я вот прошел по... А что не так? Уважаемые члены совета, все дело в том, что Microsoft Teams поддерживает только 9 человек онлайн. Когда подключается больше, выпадают все. Почему так происходит, я не знаю, вам виднее, вы технически более знаете. Но мы, к сожалению, прописали в документах, что у нас 9 человек должно быть все лица, которые мы должны видеть. Тогда это подтверждено, что человек присутствует. Насколько я знаю, сейчас мне сказал... Да, у нас сейчас 13 человек, и у нас получается, что постоянно у нас нет стабильности, и все вылетают. Поэтому начать мы сейчас никак не можем. А как мы оппонента высвоим? Мы без них не можем. Поэтому я и говорила, что должно быть здесь как минимум человека 3-4 или один оппонент. Тогда бы мы провели. А сейчас у нас получается, что ничего не получается. Лилиана Валерьевна, ну давайте кого-то в офлайне посмотрим. Какие проблемы, я не пойму. По очереди надо посмотреть на людей, что они здесь. Оставить там сколько надо и отключить так лица. Вот я и прошу, чтобы члены совета включили. Вот у вас сейчас 9 человек членов совета. Включить мне, пожалуйста, даже не 9, а меньше. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Да, 9 человек. Вот чтобы вы включились. Остальные, чтобы пока выключили все камеры свои. И микрофоны. Вот у меня сейчас я вижу 1, 2, 3, 4, 5, 6 человек. 2 без камер. Кто без камер у нас? Ну вот, понимаете, она получается так, что... Не видно. А? Меня не видно? Камера должна быть видна. Подключите.
Непонятно, все себя вижу, все время из меня не видно. Да? Странно. Сказали, что вы включились. Да, сложно. Лиляна Валерьевна, скажите, кто конкретно должен отключиться? Фамилию назовите. Сказал Севастьянов и Боголюбов. Отключитесь и подключитесь обратно. Севастьянов и Боголюбов. Да, Севастьянова да. Отключиться сейчас. Отключил. Теперь попробуйте включиться. Обратно подключайтесь. Подключил. Меня стало видно, Севастьянова стало видно? Нет, Леонид Антонович, Сергей, господи. А, Антонович, да. Видно. Еще раз отключусь. Лилиана Валерьевна, это Самуилов, вы же меня уже видели, давайте я отключусь. Подключить остальных 9 человек. Понимаете, Константин Евгеньевич, какая песня? Мне нужно вас заснять, что вы все 9 вот здесь у меня присутствуете, а двое сидят вот здесь. Вот тогда заснимите у нас кворум 11 человек. Заснимите нас по очереди. Заснимите нас по очереди. Какие проблемы? Я не могу заснять по очереди. У меня должна быть одна единая картинка. Рыбаков, пусть подключится. Рыбаков, подключите камеру, Юрий Петрович. Да-да, она не включается. Я нажимаю бесполезно. Дмитрий Сергеевич, там разрешение нужно. Оно не дается. На камеру. А Боголюбова виден или нет? Боголюбова видно. Видно, да, ну слава богу. Сейчас себя вижу. А Севастьянова все еще не видно? Леонид Антонович, наверное, потому что у вас не с приложения пошло, а с браузера. Все-таки попробуем с приложения запуститься. Хорошо, выхожу. Сейчас Севастьянов стал виден. Ура! Начинаем. Спасибо большое. Извините меня, что-то там засбоилось. Спасибо большое. Включился? Все? Да, большое спасибо. Добрый день. Разрешите начать заседание Диссертационного совета ПДС 0200.001 26 июня 2020 года, протокол номер 5. Утвержденный состав совета 15 человек. Присутствует 1 человек, в том числе 8 докторов наук по профилю 7 докторов наук по профилю рассматриваемой диссертации. Таким образом, кворум есть. Разрешите открыть заседание. На повестке дня защита диссертации ЮИНЬ. Численно-аналитические методы в задачах математического моделирования. Диссертация представлена на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности 05-13-18 математическое моделирование, численные методы и комплексы программ. Научный руководитель
доктор физико-математических наук, профессор кафедры прикладной информатики и теории вероятностей Севастьянов Леонид Антонович. Нет ли возражений по повестке дня? Если возражений нет, то приступаем к рассмотрению диссертации. Работа выполнена на кафедре прикладной информатики и теории вероятностей Российского университета Дружбы народов. Официальные оппоненты. Доктор физико-математических наук Блинков Юрий Анатольевич, доктор физико-математических наук Цирулев Александр Николаевич и кандидат физико-математических наук Васильев Николай Николаевич. Слово для оглашения документов, имеющихся в деле соискателя, предоставляется ученому секретарю совета Анастасии Вячеславовне Демидовой. Нет, вот тут большой. Соискатель Юинь, 1981 года рождения. В 2008 году закончила Шанхайский университет. Имеет степень магистра по специальности исследования операций и кибернетика. После его окончания работает в университете города Кайли, Китай, на кафедре алгебры и геометрии. С 2016 по 2017 год обучалась на подготовительном факультете Российского университета Дружбы народов. С 2007 по настоящее время обучается в аспирантуре РУДН по программе подготовки научно-педагогических кадров по направлению соответствующему научной специальности 020601 компьютерные и информационные науки. Научные исследования Юинь направлены на развитие миметических методов теории конечных разностей в качестве области приложения этих исследований были избраны динамические системы, обладающие алгебраическими интегралами движения. В процессе исследований были разработаны, обоснованы и протестированы новые эффективные вычислительные методы исследования конкретной математической модели динамической системы. Исследования выполнялись с использованием современных компьютерных технологий, поэтому выполненное исследование соответствует паспорту специальности 051318 математическое моделирование, численные методы и комплекс программ, соответствующему научной специальности, по которой подготовлены диссертации на кафедре прикладной информатики теории вероятности РУДН. Диссертация выполнена на кафедре прикладной информатики теории вероятностей факультета физико-математических и естественных наук Федерального государственного автономного учреждения высшего образования Российский университет Дружбы народов, Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, научный руководитель, доктор физико-математических наук, профессор Севастьянов Леонид Антонович, профессор кафедры прикладной информатики теории вероятностей факультета физико-математических и естественных наук Федерального государственного автономного учреждения высшего образования Российский университет Дружбы народов, Министерство науки и высшего образования Российской Федерации. Материалы личного дела и документы предварительной экспертизы соответствуют требованиям положения о порядке присуждения ученых степеней. Будут ли вопросы в связи с оглашением документов? Вопросов нет. Тогда разрешите предоставить слово соискателю для доклада. Юинь, пожалуйста, лимит 20 минут, пожалуйста, не превышайте. Большое спасибо. Да. А тема численные аналитические задачи математического моделирования. Объект исследования мы рассматриваем следующей системы. Здесь T – независимая переменная, обычное время. X – это координаты подвижной точки. А F – это рациональная функция от переменных X1 до Xn. Модель используется для описания механических явлений. Явления химической генетики и явления популяционной динамики. Актуальности, особенности математических моделей, основанных на дифференциальных уравнениях, состоит в том, что они обладают большими числами симметрии и законом сохранения исследования в области конечно-разностных аппроксимаций дифференциальных уравнений на следующих основных свойствах последних было начало математиками и получило развитие в России и за рубежом дискретизация на следующие те или иные свойства дифференциальных уравнений и операции над входящим
в них зависимых переменных получим название mimetic или compatible. Определение с нашей системой связывают следующие дифференцирования более Q, непостоянные элементы G более Q, производная G, которая равна нулю. Рождественные называют рациональным интегралом движения этой системы. Непостоянные многочлен G колеца Q, производная G, которая делится на G на целое, называют многочленом дробу. Всякая разностная схема лишения следующих систем описывает переход от значения x в сядое в некоторый момент время t к значению x в сядом в момент время t плюс that t. Эти новые значения будем далее обозначить как t со шляпкой. Пример схем error. Определение 1. Будем говорить, что разностная схема сохраняет интеграл движения I, если из уравнения, задающих разностную схему, следует следующее уравнение. Наша цель – разработка методов. Первое – отыскание рациональных интегралов движения динамических систем. Второе – конструирование разностной схемы, сохраняющих все найденные квадратичные интегралы. На защиту выносятся 5 положений. Первая цель – отыскание интегралов. Задача 1. Задана автономная система дифференциальных уравнений и число n. Требуется найти все рациональные интегралы движения этой системы, порядки которых не превосходят заданного числа n. Задача 2. Задана автономная система дифференциальных уравнений и число n. Требуется найти все многочленное дробу этой системы, порядки которых не превосходит заданного числа n. Следующее заметить, что в настоящее время нет алгоритмов решения аналогичных задач, если граница n не задана. Метод решения было предложено Лагутинским и реализовано в сети Месс-Паттена. Положение 1. Проведено комплексное тестирование пакета Лагутинский в сети на задачах из задачника Флибов. На слайде оказались результаты по этому. Положение 2. Проведена оптимизация пакета Лагутинский фосет. В частности, разработан и распределен алгоритм вычисления интегралов движения, представимых в виде отношения малочленов. Пакет добавленный новыми функциями. Первое. Вычисление значения определителя Лагутинского в случайной точке. Второе. Отыскание интегралов движения, представимых в виде отношения малочленов. Третье. Проведенные необходимые условия существования интегралов, занимающих дифференциалов. Теперь посмотрим два предмета. Предмет 1. Интегральные кривые. Следующее уравнение. Являются трансцендентными кривыми или алгебраическими кривыми, порядки которые больше 10. На слайде следующий код. Утверждение ответ на этот вопрос. Предмет 2. Выясним, допускает ли заданное дифференциальное уравнение интеграл числителей и знаменателей которого являются трехчленными, а порядки интегральных кривых не превосходит n равно 5. Следующий код на слайде. Утверждение ответ на этот вопрос. Положение 4. Найдем и
и обоснованные необходимые условия существования рационального интеграла для одного класса, дифференцирования для которых в диссертации предложенные названия занимающих дифференцирование. На его основе найдет новые достаточные критерии отсутствия алгебраического интеграла дифференциального уравнения. Проверка выполнения этого критерия описана в виде алгоритма и реализованная как функция в сети. Мы видим определение базис и на базис видим отношение порядки. Теперь определение 3. Дифференцирование D колеса K будем называть занимающим, если существует такой базис P, в котором производная M и D, равна C и D умножить на M и D плюс O мало, а числа C и D показателями задия в базис B. Теорема 1. Занимающее дифференцирование D колеса A допускает рациональных интеграл только в том случае, когда следы показателей задия имеются равным. Предмет. Функция Лагутинский AB служит для проверки существования рационального интеграла для ОДУ первого порядка. Если она возвращает фос, то такой интеграл существовать не может. Смотрите, это предмет. Для уравнения Лагутинский AB здесь возвращает фос, то такого интеграла существовать не может. Эта функция ищет неподвижные особенные точки и будем сдвигать систему координат в одну из них и поворот оси получает дифференциальное уравнение с занимающим дифференцированием. Вторая цель – консервативная разностная схема. Задача 3. Конструировать консервативную разностную схему, аппроксимируя заданную автономную систему. Что еще важно, кроме порядки аппроксимации и консервативности? Задача 4. Исследовать качественные свойства приближенных решений, найденных по заданной консервативной схеме. А может ли приближенное решение унаследовать при периодичности точного? Теорема 2. Купер оказалось, что схема следования точки сохраняют все квадратичные интегралы движения. Положение 4. На примере двух моделей линейные и эллиптические осцилляторы, теоретические и в серии численных экспериментов, исследованные сохранение периодического характера осцилляции динамических систем при дискретизации по схеме следования точки. Теперь посмотрим на слайде сравняется непрерывная модель и дискретная модель для линейного осциллятора. Непрерывная модель описывается двух дифференциальных уравнений. Из этих уравнений следующий интеграл движения, дискретная модель описывается разностных уравнений. Из этих уравнений следует следующий закон сохранения на фаровой плоскости x, x, y. Движение происходит по кругу. Возьмем для приближенного решения следующий шаг. Непрерывная модель решения является периодическим, а здесь по делу x. А при этом
период равна 2π. А дискретная модель лишения доли является периодическим. При этом n умножить на delta t стеклик 2π. А траектория непредавная модель является окружностью на плоскости xy. А траектория дискретной модели правильные n-угольники. Схема средней точки принадлежит к семейству симплектических схем Лонга-Куде. Все эти схемы сохраняют квадратичный интеграл. Положение 5. Для небольших значений S и P исследованные в сети многообразия Бутчера. Это алгебраические множества в офином пространстве коэффициентов явных, неявных и симплектических схем Лонга-Куда за данного числа стадии S и порядки аппроксимации P. Задача – вычисление значения по известной разностной схеме относится к вычисленной математике. А задача – отыскание самой схемы. Это относится к компьютерной алгебре. Мы видим определение схемы Лонга-Куде. А здесь величины AIJ, BICI называют коэффициентами схемы и записываются в таблицу Бутчера. Эти коэффициенты подчиняют двум условиям. Первое. Аппроксимация, вторая симплектичности. В диссертации был разработан и реализован в системе сети оригинальный алгоритм отыскания условий аппроксимации. Определение 4. Если рассматривать коэффициенты схемы как точки, многообразия в офином пространстве, то точки, удовлетворяющих двум называемым условиям, образуют некоторое многообразие VSP. Это симплектическое многообразие Бутчера. В диссертации исследованы это многообразие при помощи встроенного в сеть инструментации для работы с многообразиями и идеальными полиномиальными кольца. Здесь видим размерности. Это многообразие, вычисленное в сети. Мы теперь посмотрим два предмета. Предмет 1, вид 2, 3. При S равно 2, P равно 3. Размерность многообразия V равна 1. То есть это многообразие является кривой. Лот этой кривой равен нулю. Поэтому эта кривая является универсальной, а коэффициенты схемы могут быть выражены доценной через один параметр T. Имеется бесконечное много различных вариантов для выбора коэффициентов Бутчера среди рациональных чисел. Пример V2-4. При S равно 2, P равно 4. Размерность многообразия V равна 0. Поэтому многообразие состоит из двух точек. Вторая из этих таблиц дает известную гослегенду Лонга-Куда схему четвертого порядка. Трудности с ростом числа S стадии возвращает и числа переменных S квадрат плюс S, а вместе с ним и сложности вычисления Бейлис Клойборна. Система уравнения, которого получается для случая S равно 4, не может быть исследованной не только в сеть и в МЭПО. Следующее мы видим список задача лишения в диссертации. Благодарю вас за внимание.
Большое спасибо. Есть ли вопросы к соискателю? Да, если позволите, я хотел бы задать вопрос. Профессор Богарев, физический факультет Московского государственного университета имени Ломоносова. Вот мне кажется, что главная проблема, по которой, собственно, я и хотел бы задать вопрос, вот какие возникают трудности при организации вычислений по неявным схемам? Вот какие-то возникают основные трудности? Так вот, скажите, пожалуйста. Спасибо. Скажите, вы хочу спросить... Хорошо, спасибо за внимание. Нам нужно лечать систему нелинейное удавление на каждом шаге. Этот вопрос в настоящее время еще нет универсальных методов. Спасибо еще раз. Вопрос у Ланеева Евгения Борисовича. Спасибо. Достаточно ответ? Вы удовлетворены? В общем, да. Спасибо. Евгений Борисович, вы хотели задать вопрос? Да, у меня есть вопрос. Юинь, если можно, слайд номер 6. 6. Сейчас. Здесь? Да, вот этот слайд, да. Ну, вот на нем, по-видимому, вы охарактеризовали одношаговые, так называемые методы. Одношаговые. У меня вопрос, исследовались ли многошаговые методы вот на сохранение интегралов? Многошаговые. У меня вопрос закончился. Лонг-кута, там есть много шагов. Мы рассматриваем много статей. Лонг-кута, может быть, этот ответ. Вы закончили ответ, да? Евгений Борисович, вас... Хорошо, да, я помню. Большое спасибо. Есть ли еще вопросы? Если вопросов нет, перейдем дальше. Формально сейчас мы должны объявить технический перерыв на 4 минуты, но думаю, что смысла нету, поэтому, если вы мне позволите, я продолжу дальше. Слово предоставляется научному руководителю соискателя Севастьянову Леониду Антоновичу. Леонид Антонович, пожалуйста. Да, добрый день, коллеги. Я хотел сказать следующее об работе ЮИН во время обучения в аспирантуре с 2017 года до лета этого года. Тематика, связанная с численными и аналитическими вычислениями в аспирантуре, не была прямо связана с той научной работой, которую ЮИН вела в Китае. Поэтому учеба в аспирантуре потребовала от нее освежения целого комплекса знаний и умений и всяческих навыков. Чтобы теория подкреплялась практическими занятиями, ЮИН было предложено решить значительное число задач в системе компьютерной алгебры SAGE, которые носили поначалу учебный и иллюстративный характер. Потом она принялась за исследование по-настоящему свежих результатов получения. Кроме того, она освоила это все, чем она занималась первое время. Кроме того, следует отметить значительный прогресс в освоении русского языка, который тоже был непрост. Она его изучала по книгам. С одной стороны, Горели, которая была издана по-английски и переведена на русский язык профессором Кудряшовым из МИФИ. И вот, пользуясь этими двумя книгами, она освоила математический русский язык. Конечно, текст диссертации подвергся существенной редакторской правке. И
доктор физмат-наук Малых Михаил Дмитриевич много помог нам с ЮИ. Следует сказать, что в центре исследований, уже оригинальных исследований, оказались численные методы, сохраняющие алгебраические интегралы динамической системы точно. Эта тема не является для нашей научной группы новой. В 2013 году под научным руководством профессора Кулябова была защищена кандидатская диссертация доцента Геворкяна, посвященная симплектическим разностным схемам Runge-Kutta. Итак, за время обучения в аспирантуре ЮИИН проявила себя грамотным специалистом, имеющий широкий профессиональный кругозор и большой интерес к научному поиску. Благодаря своему трудолюбию и исполнительности она завершила и оформила свою работу на полгода быстрее, чем предписывают сроки обучения в аспирантуре. Ну и в итоге ЮИИН показала себя зрелым научным работником, поднявшим важную и весьма сложную проблематику, касающуюся исследования динамических систем, обладающими алгебраическими законами сохранения. ЮИИН приняла личное участие в ряде международных конференций, проходивших в России, и заочно в конференции в Болгарии. Считаю, что диссертационная работа ЮИИН является законченным, оригинальным, самостоятельно выполненным научно-квалификационным исследованием, которое отвечает требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук. А сама она проявила себя зрелым специалистом. Спасибо. Большое спасибо, Леонид Антонович. Большое спасибо. Есть ли вопросы к Севастьяну Леониду Антоновичу? Вопросов нет. Тогда слово для оглашения отзывов, полученных на диссертацию и автореферат, предоставляется ученому секретарю Совета Анастасии Вячеславовне Демидовой. Анастасия Вячеславовна, зачитайте, пожалуйста. В деле имеется выписка из протокола заседания кафедры прикладной информатики и теории вероятности, содержащая положительное заключение о диссертации. Также в совет поступило 4 отзыва на автореферат. Все отзывы положительные. Если член диссертационного совета не возражает, я не буду зачитывать дословно отзывы. Разрешите представить только замечания. Первый отзыв поступил от кандидата физико-математических наук, доцента кафедры прикладной информатики и теории вероятности РУДН Геворкяна Миграна Нельсоновича. Отзыв положительный. И имеет следующее, Мигран Нельсонович отмечает в своем отзыве, что среди результатов диссертации ЮИИН есть исследование качественных свойств схемы средней точки. Здесь рассматривается несколько моделей, описывающих колебательные процессы. В диссертации показано, что можно подобрать малый шаг дельта Т во времени так, чтобы последовательность точек, описывающих приближенное решение, была периодической. Таким образом, не только точное решение, но и приближенное оказывается периодическим. А период приближенного решения отличается от периода точного решения на величину порядка дельта Т квадрат. Само по себе найденное свойство очень интересно. Оно прекрасно иллюстрирует концепцию наследования приближенным решений свойств точного. Однако из текста диссертации не ясно, как можно использовать это свойство на практике в рамках численного анализа. На каждом шаге будет делаться ошибка округления, которая не даст возможность ни сохранить интегралы, ни сохранить периодичность решения. Понятно, что ошибка будет много меньше, чем в расчетах по явным схемам. Замечает, что недостаток не снижает общего положительного впечатления автореферата, считает, что диссертационная работа полностью соответствует требованиям положения присуждения ученых степеней, предъявляемых диссертациям на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности 05-13-18 математическое моделирование, численные методы и комплекс программ. Второй отзыв поступил от доктора физико-математических наук, старшего научного сотрудника ЛИТ Объединенного института ядерных исследований Гусева Александра Александровича. Отзыв также положительный. Среди недостатков автореферат отмечает отсутствие сквозного примера, на котором были бы показаны последовательно все три шага проектирования схем. Однако
также отмечает, что данный недостаток не снижает общего положительного впечатления от автореферата, считает, что диссертация полностью соответствует требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности 05-13-18 «Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ». Третий отзыв поступил от генерала Виктора Федоровича, кандидата физико-математических наук, старшего научного сотрудника отдела теоретической физики, высоких энергий, НИИ ядерной физики МГУ. Отзыв также положительный. К числу недостатков автореферата в отзыве отнесено использование нестандартных терминов типа алгебраический интеграл движения, опечаток в виде использования круглых скобок вместо квадратных, а также отсутствие указаний по ограничению размерности систем, изучаемых упомянутыми методами. Эти недостатки нисколько не снижают общего положительного впечатления от автореферата. Считают, что диссертационная работа полностью соответствует требованиям положения присуждения ученых степеней, предъявляемых диссертациям на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности 05-13-18 «Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ». И последний, четвертый отзыв на автореферат поступил от Павлова Дмитрия Алексеевича, кандидата физико-математических наук, инженера-исследователя Международной исследовательской лаборатории имени Чебышева, факультета математики и компьютерных наук. Отзыв также положительный. В отзыве указано, что первое положение, выносимое на защиту, проведено комплексное тестирование пакета Лагутинский Форсейдж на задачах и задачника Филиппова не раскрывает научной значимости этого тестирования. Впрочем, более подробная картина представлена в тексте диссертации. Указанные замечания нисколько не снижают общего положительного впечатления автореферата и считает, что диссертационная работа полностью соответствует требованиям положения присуждения ученых степеней, предъявляемых диссертациям на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности 05-13-18. Большое спасибо. Гинь, ответьте, пожалуйста, на замечания, содержащиеся в отзывах к авторефератам. Прежде всего, я хотела бы поблагодарить моих уважаемых оппонентов и членов Диссертационного совета за терпение. Русский язык для меня очень сложный. Я начала 4 года назад с нуля, и мне не всегда удается подобрать верные слова для выражения моей мысли. На замечание. Хорошо. Теперь я ответь на замечание Кивада Кианов. В моей диссертации периодичности приблизительного решения обнаруживает путем анализа самая разностная схема, а чисто алгебраским путем. Поэтому мы можем подобрать шаг так, чтобы делать равно 10 точек за период, а 10 шагов ошибка округление ничего нужно, и может быть и совсем невалидованное. Будем переходить к вычислению в алгебраических числах. Такая возможность в сети появилась в 2008 году. Читать одиннадцатую точку не нужно, поскольку мы знаем, что она точно совпадает с первой. Мы надеемся, что со временем удается
разработать алгоритмы отыскания такого рода периодических решений, основанные только на анализе разностных схем, и применить их к задачам, в которых имеется больше числа периодических как, например, в задаче многих дел. Я полностью согласна с замечанием Александра Александровича. Ответ на замечание Деноминал алгебраики интеграл движения было введение в работу Блумса и употребляется, например, в аналитической механике у Никеда, ставшей для многих поколений исследователей надежные источником сведения о результатах 19 века. В современной китайской литературе чаще употребляют другое термин инвариант. Никаких ограничений на размерности, изучаем динамических систем в диссертации не накладывается. Систематическое тестирование пакет Лагутинский делалось действительно на системах размерности 2. Но это ограничение связано не с методом, развиваемым в диссертации, а с оборудованием, использованным при ее написании. Теперь ответ на замечание Павлова. Я полностью принимаю замечание Дмитрия Александровича. Это исследование было первым моим исследованием в новой для меня области и училась работать в сети и распиталась с основными понятиями теории динамических систем. Для меня было важно на примерах убедить в том, что метод Лагутинского работает и дает результаты. При этом я ощутилась и затратность этот метод, заставившего меня искать возможности его оптимизации. Спасибо за внимание. Спасибо за ответы. Есть ли вопросы к соискателю по его ответам на замечания? Вопросов нет. Тогда переходим к заслуживанию отзывов официальных оппонентов. Слово предоставляется первому оппоненту, доктору физико-математических наук Блинкову Юрию Анатольевичу. Юрий Анатольевич, пожалуйста, подключитесь и зачитайте свой отзыв. Здравствуйте. Мне камеру можно включать или наоборот нельзя? Отключите камеру, пожалуйста. Отключите. Она не включена у меня. Я не буду ее включать. Включите. Да. Все, меня вижу. Да, вот, я это. Можно выключить, да? Да, да, можно выключить. Чтобы надежнее была связь. Диссертация ЮИН посвящена разработке методов отыскания алгебраических интегралов движений динамических систем и конструирования разностных схем, сохраняющих найденные алгебраические интегралы. Особенность математических моделей, учитывающих существенные стороны и характеристики физических процессов и явлений, как раз стоит в том, что они обладают большим числом симметрии законов сохранения, а также целым рядом качественных свойств,
установленных при теоретических исследованиях этих процессов. В диссертации Юин рассматривалось два вопроса: отыскание рациональных интегралов движения динамических систем и конструирование разных схем, сохраняющих найденные алгебраические интегралы и их взаимопроникновение. Такой выбор темы представляется весьма удачным. Дело в том, что задача об отыскании алгебраических интегралов традиционно рассматривается отдельно от вопроса о том, как эти интегралы будут использованы дальше. В теории разных схем рассматривается вопрос сохранения данного интеграла в отрыве от вопроса о том, как этот интеграл найти для заданной динамической системы. В диссертации выделен удачный класс – это квадратичные интегралы и схемы средней точки. Эти интегралы легко найти, в том числе по методу Лагутинского, и схемы легко сконструировать. Более того, в работе впервые предпринята попытка исследовать качественные свойства приближенных решений, получающихся по такой схеме. В соответствии с поставленной задачей 1, 2 и 2 главы посвящены методам отыскания алгебраических интегралов. Третья глава посвящена разным схемам, сохраняющих эти интегралы. В первой главе также сформулирована задача об отыскании алгебраических интегралов заданной динамической системы. Дан очень подробный исторический обзор, начат непосредственно с Декарта, и описан метод Лагутинского, который используется во второй главе. В третьей главе рассмотрены два вопроса, связанных с разностными схемами, сохраняющими интегралы движения. Первый вопрос, рассмотренный в этой главе, касается конструирования схем, симплектических схем Runge-Kutta. Второй вопрос, рассмотренный в третьей главе, это исследование качественных свойств приближенных решений. Ну, здесь можно подчеркнуть оригинальность самой постановки вопроса. Традиционные качественные численные методы исследования моделей противопоставляются. Диссертация содержит ряд оригинальных теорем, доказательства которых были своевременно опубликованы в реферируемых журналах, что вполне подтверждает обоснованность результатов. При компьютерном моделировании используются весьма авторитетные современные системы компьютерной алгебры Сенчи. Достоверность результатов вычислений по предложенным алгоритмам подтверждается совпадением результатов вычислений в тестовых примерах с результатами других авторов. Недостатки работы. В диссертации имеется ряд недостатков. Первое. В конце первой главы рассмотрено дифференциальное уравнение с параметром, и как следствие развитой теории показано, что множество решений, при которых это уравнение допускает алгебраический интеграл, является одним бесконечного числа линейных многообразий. Диссертант замечает, что появление бесконечной последовательности указывает на неалгебраическую составляющую теорию интегрирования дифференциальных уравнений в алгебраических функциях. Однако это наблюдение не получает далее никакого развития. Очевидно, что именно здесь лежит корень тех затруднений, которые не позволили решить алгоритмические задачи об отыскании алгебраического интеграла заданного уравнения в общем виде. Эту связь следовало, если не исследовать, то хотя бы четко отметить. Второе замечание. В третьей главе при исследовании качественных свойств решений, полученных по схеме средней точки, рассмотрено несколько примеров, однако все они вполне интегрируемой гамильтоновой системы. Было бы интересно рассмотреть что-то более сложное, например, задачу многих тел. В таких задачах сохранение алгебраических интегралов может оказаться недостаточным для сохранения других качественных свойств. Диссертация, третье замечание, диссертация содержит значительное число численных примеров, выполненных самостоятельно и в одном стиле. Однако в третьей главе появляются неявные разные схемы. Описан и реализован алгоритм их построения, но не описан алгоритм организации вычислений по таким схемам. Очень кратко рассмотрим лишь один пример – эллиптический осциллятор. Действительно же, вопрос очень важный и трудный. Неточности вычислений по неявным схемам могут нивелировать все достоинства этих схем. Четвертое. Работа содержит опечаток и не вполне удачных с точки зрения языка оборотов речи. Указанные недостатки не снижают общее положительное впечатление о диссертационной работе. Диссертационные исследования Юин соответствуют следующим разделам паспорта специальности 05.13.18 математическое моделирование, численные методы и комплексные программы. Пункт 1. Это разработка новых математических методов моделирования объектов и явлений. Пункт 2. Развитие качественных и приближенных аналитических методов исследования математических моделей.
Пункт третий. Разработка обоснования и тестирования эффективных вычислительных методов с применением современных компьютерных технологий. В этой работе решена проблема отыскания алгебраических интегралов динамических систем и конструирования разных схем. Эти интегралы сохраняющие. Полученные автором результаты достоверны, основные выводы и заключения обоснованы. Диссертация ИИН на тему численно-аналитические методы в задачах математического моделирования полностью соответствует разделу 11, разделу 2 положения присуждения ученых степеней Федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования Российский университет дружбы народов, утвержденным ученым советом РУДН, протокол номер 12, 23 сентября 2019 года. А ее автор ЮИН заслужит присуждение ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности 05-13-18, математическое моделирование, численные методы и комплексные программы. Выступление закончил. Есть ли вопросы к Игорю Анатольевичу? Нет. Прежде чем я дам слово для ответа соискателю. Юрий Анатольевич, пожалуйста, сейчас после ответа вы подключите камеру и покажите себя вместе с каким документом, с развернутым паспортом, например, после ответа, или если у вас есть сейчас паспорт, покажите паспорт сейчас. И всех остальных оппонентов я тоже попрошу это сделать. Поскольку вы подключаетесь не с корпоративной почте, нужно вас идентифицировать. Принесите. Юрий Анатольевич, делайте это, да? Я сейчас я, у меня паспорта нет, у меня есть пропуск. Пропуск покажите. Хорошо. Развернуто. Да. Штаны. Сейчас мне принесут. Да, хорошо. Так, сейчас мы дадим слово для ответа соискателю. Пожалуйста. Спасибо за внимание. Первый вопрос. В настоящее время нет алгоритма для отыскания все рациональные интегралы за данной динамической системой. Как и нет доказательства алгоритмической неразличимости этой задачи. Поэтому гипотеза на конце первой главы об алгоритмическое неразличимости представляется мне верной. При подготовке диссертации я много раз обсуждал этот вопрос с моей руководителем. Часто этот вопрос возникал и на конференциях. Мои старшие коллеги советовали мне сосредоточить свое внимание на практическое стороне вопрос, то есть метод Лагутинского позволяет решить более простую задачу, в которой задана не только самая динамическая система, и задана верхняя граница для порядка интеграла. Поэтому пока мои интересные были направлены на отыскание рациональных интегралов не очень больших порядков. Тем не менее, я согласна с Юрием Анатольевичем, исследование алгоритмической неразличимости является важной задачей. Ответ на второй вопрос. Да, в настоящее время я вместе с Владимиром Петровичем Гердом, Михаилом Дмитриевичем Малых и Леонидом Антоновичем Севастьяновым готовим к публикации большую статью про задачу трех дел. Нам удалось провести квантизацию интеграла энергии и получить на основе схем средней точки разночную схему, сохраняющую все 10
классических интегралов движения задачи трех тел. Уже сейчас понятно, что в случае Лагранжа, когда тело образует правильный треугольник, периодичности наследует. На третий вопрос. Консервативная разностная схема. Например, симплектическая лонгокутная схема для динамических систем, как правильно оказывают неявные вычисления, приближенные решения по таким схемам требует на каждом шаге решать системы нелинейных алгебраических уравнений. Если применять для решения этой системы тут и той численные методы, то возникает целый ряд проблем. Поэтому мой коллега Михаил Дмитриевич Малых предложил мне пойти другим путем и для расчетов в диссертации соединить численные и символьные методы. Дело в том, что техника Бейзис Гройбна позволяет свести систему алгебраических уравнений к одному уравнению с одной неизвестной. Причем сделать это можно один раз в символьном виде до начала вычисления приближенного решения. А мы полагаем, что этот прием будет по-настоящему полезным в тех задачах, в которых индентационные методы шаг за шагом требуют разного числа шагов. Спасибо за внимание еще раз. Большое спасибо. Удовлетворен ли официальный оппонент ответами соискателя? Да, официальный оппонент удовлетворен. Большое спасибо. Тогда слово предоставляется второму оппоненту, доктору физико-математических наук Цирулеву Александру Николаевичу. Александр Николаевич, подключите камеру и покажите паспорт, пожалуйста. Меня слышно? Вас слышно, камеру подключите и покажите паспорт, если возможно. Камеру я подключил. Я должен быть уже виден вам. Показываю паспорт. Видно? Видно вас. Кто-нибудь видит, Александр Николаевич? Нет, пустой экран пока. Странно. Пока просто. Давайте я отключу и включу еще раз. Да, давайте. Давайте. Так, может быть, мне поднять руку или поделиться нажать? Я первый раз с этим дело имею. Так, вот поднять руку, поделиться. Ну нет, это не то. Не видно? Нет, не видно. Так, а если я отключу микрофон? Я его знаю лично. Голос его, и он в самом начале был. Поэтому я могу подтвердить, что это Александр Николаевич Сыров. Александр Николаевич, зачитайте, пожалуйста. Отключите камеру и зачитайте свой отзыв, пожалуйста, Александр Николаевич. Хорошо. Хорошо. Значит, я, уважаемый председатель, уважаемые члены совета, гости заседания, с вашего позволения, я не буду повторяться и говорить то, что уже Юрий Анатольевич сказал. Я просто остановлюсь на некоторых таких аспектах диссертации, которые привлекли лично мое внимание, потому что все детали отзыва, они опубликованы на сайте. Ну, мне в диссертации ЮИИН импонирует, во-первых, такая вещь, как удачное сочетание методов компьютерной алгебры и
численных методов. Первая половина диссертации – это фактически алгебра, которая реализуется именно методами компьютерной алгебры в системе SAGE. С формальной точки зрения у автономной динамической системы интегралы легко находятся. Это просто функции, которые постоянны вдоль интегральных кривых векторного поля, а получены могут быть в принципе формально после того, как определен поток, который соответствует этой динамической системе, то есть, иначе говоря, локальная однопараметрическая группа преобразования. Ну, для этого нужно трансверсальное многообразие выбрать. Это довольно сложно. Используются другие методы, в чистом виде методы компьютерной алгебры, имеющие связь непосредственную с алгебраической геометрией. Подтверждено все на хороших примерах. В то же время вторая часть, она посвящена конкретно численным методам. И там уже вот эти вот интегралы алгебраические, то есть, попросту говоря, рациональные функции. Естественно, что правые части динамической системы тоже должны быть рациональными функциями. Именно эти интегралы используются для того, чтобы обеспечить лучшие свойства, конечно, разностных схем. В первую очередь, конечно, это схема Рунге-Кутты. И использование специальных приемов, типа приема средней точки, которая позволяет, в принципе, неявную схему обрабатывать, ну, как бы почти явную. Это очень интересный момент. В принципе, консервативные схемы, известные, особенно в теории уравнений с частными производными, очень широко. Но там под законами сохранения алгебраическими интегралами, конечно, понимаются в первую очередь уравнения баланса. Как правило, они носят интегральный характер. И это, в общем-то, совсем другое. Это не то, что сделано. Вот это такие, на мой взгляд, очень интересные отличительные черты диссертации, которая сегодня представлено нашему вниманию. Чтобы не затягивать время, позвольте, я зачитаю. Ну, остальное, в общем-то, так сказать, предыдущий оппонент уже озвучил, поэтому позвольте мне просто зачитать недостатки работы, для того, чтобы диссертант мог ответить на них. Итак, первое замечание. Композиционно диссертация освещает все этапы исследования динамических систем. Но работе не хватает примера, на котором был бы показан весь технологический процесс, который реализован, описан в диссертации. Отыскание интегралов в пакете Лабутинский, квадратизация этих интегралов, отыскание коэффициентов матрицы Бутчера для симплектической схемы Рунге-Кутты, численное решение по этой схеме, исследование качественных свойств приближенных решений и сравнение с точными. Ну, задача Кеплера могла бы стать таким примером. Ну и, конечно, я бы сюда еще сейчас добавил, это конкретно показать, как происходит распараллеливание, которое описано в диссертации. Второе замечание. В диссертации под консервативной схемой понимается вот такая схема, которая сохраняет все алгебраические интервалы движения. Почему важно сохранение алгебраических интегралов и не так важно сохранение интегралов трансцендентных? Схемы, сохраняющие трансцендентные интегралы, рассматривались в целом ряде работ. Замечание 3. В разделе 3.1.6 сделано очень важное наблюдение. Хорошая разностная схема должна не только сохранять все алгебраические законы сохранения, но и симметрии исходной задачи. Более того, в приведенных примерах сохраняется энергия, но отсутствует Т-симметрия. Какие именно симметрии важны? Есть ли дискретный аналог теоремы Ньютона? В связи с этим
хочется порекомендовать диссертанту обратить внимание на работы В. А. Дородницына. Ну, тут имеется в виду Владимир Анатольевич Дородницын, у которого есть ряд работ по групповому анализу разностных схем. Четвертое замечание. Вторая глава имеет хорошо написанный большой литературный обзор, выделенный в первую главу. В третьей же главе такого обзора не хватает. Ну и заключение. Диссертация ЮИН выполнена в соответствии с паспортом специальности 05-13-18. Полученные диссертантом результаты достоверны. Основные выводы и заключения обоснованы. Вывод. На основании вышеизложенного считаю, что диссертационная работа численно-аналитические методы в задачах математического моделирования полностью соответствует разделу 2 положения о присуждении ученых степеней в Федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования Российский университет дружбы народов, утвержденного ученым советом РУДН, протокол номер 12 от 23 сентября 2019 года, а ее автор Юй Ин заслуживает присуждения ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности 05-13-18 «Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ». Спасибо за внимание. Позвольте, я еще раз попробую включить камеру. Может быть, что-то получится. Меня видно? Нет, Александр Николаевич, вас не видно. Но большое спасибо. Есть ли вопросы к Александру Николаевичу? Вопросов нету. Тогда слово для ответа предоставляется соискателю. Хорошо. Теперь ответить по порядку на замечания, указанные в отзыве. Александр Николаевич, первое. Все компьютерные эксперименты, представленные в диссертации, выполнялись на ноутбук с небольшим объемом памяти, поэтому так получились. А второй вопрос. Так, мы рассматриваем систему, которая правая часть является алгебраическими функциями. И тоже интеграл движения является алгебраической функцией. Поэтому мы хотим найти консервативные разные схемы, сохранять такие интегралы движения. На третий вопрос. Я полагаю, что сохранение дискретных симметрий восьмо важное при вставлении разностной схемы. И мы намерены вернуться к этому вопросу при исследовании задач многих дел. Я благодарна за ссылку. Третий вопрос. Да, я полностью согласна с последним замечанием. Спасибо за внимание. Большое спасибо. Большое спасибо. Удовлетворен ли официальный оппонент ответами соискателя? Да, совершенно удовлетворен. Большое спасибо. Спасибо. Теперь слово предоставляется третьему оппоненту. Кандидату физико-математических наук Васильеву Николаю Николаевичу. Николай Николаевич, пожалуйста, подключите камеру и покажите документ. Так, а меня видно? Да, вас видно. Документ. Да, да. Спасибо. Можете отключать камеру. Николай Николаевич, и зачитайте, пожалуйста, свой отзыв. Можете отключить камеру. Я не буду дословно зачитывать свой отзыв, потому что многие констатирующие вещи о содержании диссертации присутствовали не только в докладе диссертантки,
но и в предыдущих отзывах на эту работу. Поэтому я основные моменты, характеризующие актуальность темы, значимые результаты, некоторые недостатки этой работы и пожелания оппонента я скажу более подробно. Значит, диссертация ЮИН, она посвящена очень важному аспекту теории динамических систем, теории дифференциальных уравнений, а именно законам сохранения. И очень хорошо известно, что важнейшие динамические системы часто обладают достаточно большим набором алгебраических интегралов движения, что позволяет интегрирование таких систем свести либо к квадратурам, либо к явным выражениям в эллиптических функциях их решений. Однако, конечно, мы знаем, что в классических областях физики, в механике давно известно, что существуют неинтегрируемые задачи, причем доказуемо неинтегрируемые, например, задача многих тел, задача о вращении несимметричного гироскопа. И причиной неинтегрируемости является невозможность сохранения этими системами достаточного числа алгебраических интегралов. И в таких случаях аналитическим методом являются численные методы или разностные схемы. Стандартные численные методы, основанные на явных таких схемах, они хотя и просты в реализации, но не всегда дают, например, достаточно точные результаты при расчетах на достаточно большие времена. Априорные оценки разности точного и приближенного решений растут очень быстро, со временем иногда экспоненциально, и более того, это разность, то есть точность решения дифференциального уравнения конкретной разностной схемы, существенно зависит не только от численного метода или численной схемы применяемой, а существенно зависит и от свойств самой системы. Для одних свойств, обладающих хаотическим поведением траектории, такая погрешность растет действительно экспоненциально, и с этим ничего нельзя сделать, никакую численную схему нельзя будет улучшить. Вот. А другие же схемы устойчивые, другие же уравнения, например, обладающие теми или иными свойствами устойчивости, гораздо лучше моделируются при помощи численных схем. Довольно давно появилась идея использовать численные методы разностной схемы, сохраняющие все или некоторые алгебраические интегралы движения. Большинство таких схем неявные, поэтому расчеты по ним оказываются чрезвычайно затратными. Вот. Вопрос о точности – это специальный. Иногда за попытка сохранять интегралы движения приводит, например, к уходу приближенного решения от точного, потому что мы стараемся сохранить на интегральном многообразии, а от кривой, которая описывает решение, можем уйти достаточно далеко. Все вот эти моменты, они так в той или иной степени подвергались исследованию диссертации ЮИН. И в диссертации рассматриваются во взаимной связи два очень важных вопроса. Первое – отыскание рациональных алгебраических интегралов движения динамических, а также конструирование специальных разностных схем, сохраняющих такие интегралы. Вот. Ну, первая глава является вводной, я не буду повторять ее содержание. Значит, очень важно, что в первой главе описывается метод Лагутинского и задача Дюпона построения интегралов с ограничениями на порядок таких интегралов. А во второй диссертации описаны многие компьютерные эксперименты, проведенные с помощью пакета Лагутинский-Фосейч,
и большое количество модельных задач из задачника Филиппова, значит, было решено с помощью таких, то есть продемонстрировано возможности такого, таких алгоритмов, программных средств для того, чтобы решать достаточно широкий класс, получать решения достаточно широкого класса дифференциальных операторов. Очень интересен метод поиска интегралов, представляющих собой отношение двух малочленов. Малочлены – это многочлены с небольшим количеством членов. Задача об интегрировании вот в таких как бы рациональных функциях, представляющих отношение малочленов, по-видимому, даже и не ставилась прежде в литературе. Это надо поставить заслугу себе. Значит, очень интересным результатом диссертации это результат, описывающий свойства некоторых операторов дифференцирования, которые названы здесь сжимающими дифференцированиями. И для сжимающих дифференцирований доказан некоторый необходимый критерий существования рационального интеграла. В третьей главе рассмотрен вопрос об использовании алгебраических интегралов движения при интегрировании методом конечных разностей. И в центре этой главы лежат результаты о сохранении численными схемами, например, схемами Runge-Kutta, каких-то качественных свойств решений и исходных уравнений. Ну, такими свойствами может служить сохранение какого-нибудь не исходного интеграла движения, которому удовлетворяет исходная система, но, может быть, некоторый возмущенный интеграл сохраняется численной схемой. Такие эффекты раньше в литературе описывались для симплифической части. Очень важные результаты получены диссертанткой при исследовании схемы Runge-Kutta. И это хорошо известно, что для построения симплектических схем Runge-Kutta приходится решать довольно сложную систему алгебраических уравнений, которые называются уравнениями Бутчера. И решение этих уравнений, то есть эти уравнения описывают так называемое многообразие Бутчера. Это вопрос о решениях этих уравнений, о свойствах этого многообразия Бутчера исследовался и другими авторами, в том числе Сергеем Хашиным, который неоднократно цитируется в этой работе. Ну и, к сожалению, полное исследование многообразия Бутчера и решение уравнений Бутчера. Автор утверждает, что современные средства компьютерной алгебры еще пока недостаточны для полного исследования решения этих уравнений. Ну, в заключении диссертации описаны задачи и вынесенные на защиту результаты. Диссертация содержит ряд оригинальных теорем, доказательства которых были своевременно опубликованы в журналах. Методы, разработанные в диссертации, применимы к исследованию динамических систем, применяемых в самых различных областях физики, математики, механики, инженерных наук и так далее. Ну, перечислю еще некоторые недостатки работы. Это первый недостаток такой в диссертации: отсутствует достаточно полный обзор по симплектическим схемам, не только Runge-Kutta, а вообще по симплектическим схемам. Фактически вся информация подчеркнута только из классических сочинений, а эта тема огромная, и она хорошо освещена в литературе, и в ней есть некоторые продвижения. Вторым недостатком: при исследовании многообразия Бутчера, значит, многостадийными методами Runge-Kutta,
Рунге Кутте в диссертации описаны некоторые возникшие трудности, но эти трудности описаны просто как недостаточность средств компьютерной алгебры современных для того, чтобы решить эту систему. Возможно, трудности лежат в структуре самой системы алгебраических уравнений Кутчера или невозможности воспользоваться какими-нибудь симметриями этих уравнений и так далее. И утверждение диссертантки о том, что система не может быть решена средствами Maple, тоже недостаточно обосновано, потому что даже нет упоминания конкретно пакетов и алгоритмов, которыми пытались решить такую систему. Сейчас в Maple в специальных пакетах реализованы очень эффективные алгоритмы и даже разные алгоритмы одного Фужера или специальный алгоритм Колла-Томола, который называется Гребнер-Вок. Вот. Возможно, такие более эффективные пакеты могли бы продвинуться и в исследовании. Теперь третий недостаток, который я отметил, он не может позиционироваться даже не как недостаток, а еще и как совет диссертантки к продолжению этой работы. Значит, в тексте диссертации содержится много численных примеров, которые можно отнести к разряду модельных примеров. То есть в них рассматриваются и динамические системы небольшой размерности, и не очень сложные разностные схемы Runge-Kutta. Было бы, конечно, очень интересно увидеть подтверждение силы методов и теорем, описанных в диссертации, на примере, например, отыскания всех интегралов какой-нибудь системы, доказуемой, интегрируемой, например, системы Каладжера, или сейчас огромное количество систем дифференциальных уравнений проинтегрировано в эллиптических функциях методом LA пары. И если бы продемонстрировать результаты, полученные в диссертации на какой-нибудь действительно нетривиальной задаче, довольно сложной задаче, это украсило диссертацию. Ну и кроме того, можно было бы продолжить и решение компьютерное моделирование подобных систем, но уже на более мощных вычислительных установках, а не на персональном компьютере. Ну, четвертый пункт – это некоторые опечатки, которые я не буду здесь озвучивать. Но указанные недостатки не снижают общее, очень хорошее положительное впечатление о диссертационной работе. Само диссертационное исследование выполнено полностью в соответствии с паспортом специальности 05-13-18 «Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ» и представляет собой научно-исследовательскую работу, в которой решена проблема отыскания алгебраических интегралов динамических систем и конструирования разных систем. В соответствии с пунктом 1 паспорта специальности в диссертации разработаны новые математические методы моделирования, методы моделирования динамических систем, сохраняющих алгебраические интегралы движения. При этом в соответствии с пунктом 2 паспорта дано развитие качественным и количественным методом исследования периодического движения акселератора. В соответствии с пунктом 3 паспорта специальности произведена разработка, обоснование и тестирование эффективных численных методов неявных консервативных разностных схем для динамических систем с применением современных компьютерных технологий. Полученные результаты достоверны, основные выводы и заключения обоснованы, и основные научные результаты достаточно полно изложены в необходимых 10 печатных работах, которые полностью требуют, полностью соответствуют требованиям для работ, которые должны публиковаться результаты. На основании вышеизложенного я считаю, что диссертационная работа полностью соответствует требованиям, соответствует разделу 2 положения о присуждении ученых степеней в Федеральном государственном автономном образовательном учреждении Российский университет дружбы народов, утвержденный ученым советом РУДН, а ее автор Юй Ин
заслуживает присуждения ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности 0.5.13.18 математическое моделирование метода и комплексы программ. Все. Большое спасибо, Николай Николаевич. Есть ли вопросы Николая Николаевича у членов диссовета? Нет вопросов. Пожалуйста, слово для ответа официальному оппоненту предоставляется соискателю. Спасибо за внимание. Я отвечу по порядку на замечания, указанные в отзыве Николая Николаевича. Я полностью принимаю первое замечание. Вопрос два. Так, все, компьютерный эксперимент выполнялся на ноутбук, поэтому так получилось. Третий вопрос. Я сейчас занимаюсь разработкой консервативной разночной схемы для задачи многих дел с моей коллегией. А система Глоджеро занимаются другие аспиранты Леонид Антонович. Четвертое. Я благодарна Николаю Николаевичу за указание на отпечатки. Спасибо. Большое спасибо. Большое спасибо. Николай Николаевич, удовлетворены ли вы ответами соискателя? Да, вполне удовлетворен. Большое спасибо. Теперь переходим к дискуссии. Кто хочет выступить по заслуженной диссертации? Ванеев Евгений Борисович. Спасибо. Евгений Борисович, пожалуйста, пожалуйста. Ну, мы тут заслушали выступление оппонентов, достаточно подробное, в общем-то, изложение, так сказать, основных достижений диссертации, было все это подчеркнуто. Вот. Но я хочу от себя сказать, что вот решение задач Каши для системы ОДУ связано всегда с накоплением ошибок при больших временах. Ну, это касается даже и высокого порядка по шагу дискретизации. Ну, поэтому всякая возможность дополнительного контроля приближенного решения или сохранения характерных свойств решения имеет существенное значение при выборе той или иной разностной схемы для построения приближенного решения. Так что я поддерживаю работу ЮИНЬ и предлагаю членам совета также поддержать эту работу. У меня все. Большое спасибо, Евгений Борисович. Есть ли еще кто-нибудь желающий выступить в дискуссии? Если желающих нет, то соискателю предоставляется заключительное слово. В заключение я хочу поблагодарить своего научного руководителя Леонида Антоновича Севастьянова за постоянную задачу. И также доцент Малых Михаил Дмитриевич за постоянную помощь в работе и работе в сети. И хочу благодарить, кто мне помогал. Все. Спасибо. Спасибо. Большое спасибо. Большое спасибо. Теперь для проведения тайного голосования предлагается избрать счетную комиссию. Счетную комиссию предлагается избрать в следующем составе: Гайдамака Юлия Васильевна, Виницкий Сергей Ильич, Щетинин Евгений Юрьевич. Возражений нет? Тогда ставлю на голосование. Лилиана Валерьевна, мы, наверное, сделаем голосование открытое так же, как в прошлый раз. Зачитаем все фамилии, а будете говорить да или нет. Пожалуйста. Боголюбов? Да. Да, да. Виницкий? Да. Гайдамака? Да. Дружинина?
Женя. Ольга, да? Валентиновна, вы за? Микрофон кто-то, да, да. Отошел пациент. Рябов? Да. Ланеев? Да. Орлов? Да. Рыбаков? Да, да. Самойлов? Да. Севастьянов? Да. Щетинин? Да. Демидова за. Принимается дня. Вам всем пришло на корпоративную почту ссылка, по которой сейчас нужно перейти и проголосовать. Потом Лилиана Валерьевна даст нам данные по голосованию, и председатель счетной комиссии зачитает эти данные. Пожалуйста, свою корпоративную почту откройте и пройдите по ссылке для тайного голосования. Что-то мне ничего не пришло. Поскольку вы не зарегистрировались на заседание, то вам не придет. Поэтому большая просьба не пропустить регистрацию на второе заседание. На второе я зарегистрировался вот только что. Не знаю, видно меня? Да? То есть, сейчас все у Лилианы Валерьевны. Хорошо, я понял. На почте ничего нет пока. На корпоративной почте либо в 15:55, либо в 16:30 пришло. Угу. Ну, понятно. Голосуем в том, которое 15:55. Я прав? От кого должно прийти, Леонид Антонович? От полис. От кого? От конторы полис. Ничего нет на корпоративной почте. Я проголосовала в том, которое от 16:30. В моем проголосовало 7 из 11. Я проголосовал 15:55. Перейти в 16:30? Я проголосовал 16:30, Виницкий. А я в 15:55. Теперь не могу войти. Так, ну хорошо, попробуем сейчас. 16:30. Да, говорите. Я Боголюба проголосовал 16:30. Там же написано, за кого голосуете. Да. Почему? Сколько? Там написано. За кого вы голосовали? За кого на бюллетене. Вы правы. Константин Евгеньевич, вы правы. Да. Юрий, все нормально. Да. Наверное, это одна и та же ссылка. Ссылки пришли две. На бесчастную и на Юнь. Две ссылки пришли. На корпоративную почту. От полис. Ланеев Евгений Борисович, на мою почту ничего не пришло. Может быть, спам ушло, Евгений Борисович? Нет, не может быть. Мне не на корпоративную, а на другую почту. Я вне аккаунта. Фу. Да.
Дмитрий Сергеевич, результаты появились, нет? На самом деле проголосовал уже 9 из 11. Дим, там таймер ведь срабатывает в этом полисе. У нас на сколько времени установлено это голосование? Если двое не проголосуют, ничего страшного, бюллетени будут недействительны. Евгений Борисович, вы так и не получили, да? Евгений Борисович, вас не слышно. Вы получили ссылку? Проголосовали? Я проголосовал. Спасибо. Да. Евгений Юрьевич не получил, поэтому не проголосовал. Так, не смог зарегистрировать. Да. Значит, 10 из 11, да, сейчас показывает. Дмитрий Сергеевич, в полисе стоит таймер, установлен на голосование. Он известен? Нет, я останавливаю вручную. Ну, надо, по-моему, я бы остановил вручную, потому что проголосовало 10 из 11. Все, я заканчиваю голосовать. Нет, только это принимает решение кто-то, или председатель совета, или зампредседателя. Константин Евгеньевич, я просто зачитаю еще тех, кто зарегистрировался, чтобы все проверили, что они проголосовали. Гайдамака, Демидова, Боголюбов, Кулябов, Дружинина, Рыбаков, Севастьянов, Орлов, Ланеев, Виницкий, Самойлов. Все проголосовали? Да. Я думаю, тогда нужно остановить голосование. Один да. Будет. Да, конечно, надо остановить голосование. 11 бюллетень признать недействительно. Счетная комиссия так и сделает. Дмитрий Сергеевич, посмотрите, пожалуйста, результаты голосования. И если можно, я сейчас вам перешлю, вы поделитесь. Да. С этим. Хорошо? Угу. Анастасия Вячеславовна, хорошо. Ага, сейчас, секундочку. Юлия Васильевна, результаты вы видите? Нет еще? Обновите страничку с полисом.
Делаю, Дмитрий Сергеевич. Угу. Да, мне видны результаты. Пожалуйста, Юлия Васильевна, зачитайте результаты тайного голосования. В заседании Диссовета ПДС 0200.001 по защите диссертации ЮИН участвовало 11 членов Диссовета, из них 7 докторов наук по профилю защищаемой диссертации 05-13-18. В процедуре тайного голосования приняло участие 10 членов Диссовета, проголосовало за 10, против 0, недействительных 0. У меня все. Кто за утверждение протокола счетной комиссии, прошу голосовать. Опять открытое голосование, пожалуйста. Боголюбов. Да. Виницкий. Да. Гайдамака. За. Дружинина. За. Кулябов. Да. Ланеев. За. Орлов. За. Рыбаков. Да. Самойлов. Да. Севастьянов. Да. Читинин. Да. Демидова, да. Теперь нам надо принять заключение по рассмотренной диссертации. Проект заключения разослан членам совета и есть ТИМС. Есть ли дополнение, изменения по проекту заключения диссовета? Есть предложение принять это заключение. Нету предложения, да? Тогда... Пожалуйста, кто за принятие текста заключения, прошу голосовать. Открытое голосование, пожалуйста. Боголюбов. Да. Виницкий. Да. Гайдамака. За. Дружинина. Да. Кулябов. Да. Ланеев. Да. Орлов. Да. Рыбаков. Да. Самойлов. Да. Севастьянов. Да. Читинин. Да. Демидова за. Заключение принимается единогласно. Таким образом, диссертационный совет установил, что диссертация на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук, представленная ЮИНЬ, является научно-квалификационной работой, в которой содержится решение проблемы отыскания алгебраических интегралов динамических систем и конструирования разных схем, эти интегралы сохраняющие. Работа отвечает всем требованиям, предъявляемым в акт кандидатским диссертациям по специальности 05-13-18 «Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ». На основании тайного голосования ЮИНЬ присуждается ученая степень кандидата физико-математических наук по специальности 05-13-18 «Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ». Есть ли у присутствующих замечания по ведению собрания? Замечание. Нет. Разрешите поздравить ЮИНЬ с успешной защитой диссертации. Поздравляю вас, ЮИНЬ, с успешной защитой диссертации. Повестка дня заседания исчерпана. Спасибо всем. Сейчас прошу всех зарегистрироваться на второе заседание. Как только все зарегистрируются, мы начнем второе заседание. Пожалуйста. Сейчас зарегистрировало 6 человек. Севастьян... Еще перерыв сделать 5 минут, Дмитрий Сергеевич. Да, давайте сделаем перерыв. Да, пока будут регистрироваться. 8 минут до 15 минут. 17:15. Скажите, Щетинин зарегистрировался? Посмотрите, пожалуйста. Сейчас, да. Спасибо. Севастьянов, Самуилов, Демидова, Винницкий, Щетинин, Кулябов. О, отлично, ну наконец-то. Спасибо. Подскажите, где регистрироваться? Какое письмо открывать в почте? Вам должно было прийти письмо от Дробышевой Лилианы Валерьевны по поводу регистрации без частных. Нет письма. Сейчас я еще раз проверю. Лена Валерьевна, проверьте, пожалуйста, Самуилов зарегистрировался или нет? Да. Спасибо.
Евгений Борисович, я вам послал на корпоративную. На корпоративную, хорошо. Можно точно так же переслать в чат собрания. Ты просто, а Боголюбу зарегистрировал? Да, я оттуда прорегистрировал. Ну все, давайте, регистрация. А, кстати, Юлия Васильевна, вопрос. Да, здесь. А, я, поскольку оппонент, мне, наверное, не надо регистрироваться. Юрий Николаевич, переадресуем вопрос. Голосовать все равно придется, поэтому регистрироваться надо. Вы, как член диссертационного совета, должны голосовать, поэтому должны регистрироваться. Понятно. Тогда вот было бы хорошо, чтобы мне в чат собрания кинули ссылку, потому что я не с корпоративного аккаунта. Юрий Николаевич, спасибо, что напоминаете. Сейчас сделаем. Спасибо. А Боголюба зарегистрировался? Посмотрите, пожалуйста. Уважаемые коллеги, говорю, кто зарегистрировался. На сегодняшний день 11, на это время 11 человек. Самуилов, Севастьянов, Демидова, Винницкий, Щетинин, Кулябов, Дружинина, Гайдамака, Боголюбов, Рыбаков, Ланеев. 11 человек. Юрий Николаевич, взгляните, пожалуйста, есть ли ссылка и получится ли зарегистрироваться? Готово. Юлия Васильевна, все в порядке. Ну, о, спасибо. Орлов зарегистрировался, все нормально. Значит, с вашего позволения в 15 минут начинаем, да? Дмитрий Сергеевич, это Севастьянов. Зарегистрирован ли я? Скажите, пожалуйста. Да, Севастьянов, да, зарегистрирован. Спасибо. Прошу всех подключиться к камерам.
Дмитрий Сергеевич, Севастьянов беспокоит. Я виден через камеру или нужно зайти и выйти? Все очень хорошо видно. Видно, спасибо. Видно, Леонид Антонович. Все хорошо с вами. Так, да, спасибо. Прошу всех подключиться. Нам нужно, чтобы 9 человек подключилось, тогда мы начнем. Так, Евгений Борисович, все, начали. Сейчас подойдет. Так, сейчас Настю я зову, и сейчас она подойдет. Ага. Да.